25 сентября куряне отметили День города. На празднике хватило места и чудесам. На площади перед Курским цирком артисты устроили представление. Прямо на улице. Между прочим, некоторые номера даже сами гастролеры исполняли впервые в жизни. Элементы акробатики и как намагниченные к рукам булавы. Все номера в шаговой доступности. Такая близость к артистам юных курян окрыляла еще больше. А когда ребятам предложил сотрудничество сам клоун-иллюзионист, их счастью не было предела. Вот где ловкость рук и никакого мошенничества. Внимание проверено детьми. Зритель, он остался такой же добрый, приимчивый, восприимчивый. Доброжелательный. Доброжелательный. Просто замечательный зритель. Специально для курян, чтобы они могли посмотреть на наше представление. Это такой благотворительный шаг с нашей стороны в честь вашего замечательного праздника. А следующий номер заставил публику буквально замереть от восторга. Гимнастка, принцесса российского цирка без страховки. В небе на лентах просто творила чудеса. Браво! Это самое меньшее, что хотелось зрителям сказать девушке. Вот это, конечно, было захватывающе и интересно. Не каждый это сможет. Хочешь такой же стать? Да. И музыка, и девушка прелесть, захватывающая. Да мурашка. Кстати, номер этот Сабрина Шатирова уже исполняла под куполом цирка, а вот так на кране впервые. Мы работали на открытом воздухе, конечно, всякое бывало, но именно на кране не было. И, конечно же, здесь надо было быть и сосредоточенной, но в тот же момент и раскрепощенной для того, чтобы показаться красиво людям. Вы теперь кумир всех девочек города Курска. Я рада, спасибо. Программа продолжилась уже на Красной площади. Каскадеры пощекотали нервы зрителям. 15 сантиметров между мотоциклами на скорости 50 км в час. И это в металлическом шаре диаметром всего 4 метра. Все эти номера – часть программы золотого турне братьев Шатировых. В Курске с гастролями артисты пробудут до 18 октября. Юлия Белякова, Антон Цудженко, Алексей Еременко, телеканал «Сеянь».